13 мая играми чемпионата и первенств Ярославской области открыли свой сезон футболисты. И Угличмаш стартовые матчи провели на подъеме и победили. Футбольный клуб «Углич» Урыбинская специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 2-0, а «Угличмаш» у футбольного клуба «Переславль» 4-3. А уже через неделю на выезде машиностроители в Гаврилов Яме в упорной борьбе побеждают со счетом 2-1. В матчах третьего тура подопечные Владимира Фарутина дома уступили текстильщику из «Красных ткачей» 0-1, а «Угличмаш» победил «Финга» из «Семибратова» 4-2. Более подробно о подготовке к сезону и выступлении наших команд в следующем выпуске.